Всем привет! Сегодня я расскажу, как быстро делать штробы. Для этого нам потребуется турбинка с регулировкой оборотов и с защитой от заклинивания диска. Также нам потребуется аэродинамический кожух механик и, естественно, пылесос. Еще нам потребуется два универсальных диска, которые мы ставим на турбинку, что дадут нам нужную толщину штробы для укладки кабеля. В конце видео я покажу вам, как уложить кабель в штробу без зачистки штробы и без крепления кабеля. И как вы видите, кабель легко заходит в штробу, не надо его крепить, что ускоряет процесс работы. В итоге, как мы видим, у нас получаются идеально ровные штробы. Мы значительно экономим время по выбиванию штробы для укладки кабеля, избавляем себя от лишнего мусора, выбитого из штробы, и абсолютно не тратим время на сам крепеж кабеля.